Андрей Белый прожил очень насыщенную жизнь. Но в полной мере счастлив не был. Но он же любил эту, ну, жену Блока. Что? А, ну это были больше искания в творчестве, в мировоззрении. Вера Даниловна, там вас муж к телефону. Он не может дозвониться по мобильному. Я не могу сейчас подойти к телефону. Вы же видите, у меня экскурсия! Прошу вас, пройдемте за мной в следующий зал. Ничего. Привет. Привет. Отец дома? На кухне вроде был. Привет, муж. Задержалась, прости. Сейчас привет. Будет ужин. А я купила чудесную форель, свежайшую. Зажарим ее с лимончиком. Смотри, красота какая. Пять минут и все готово. А у нас сегодня была экскурсия за экскурсией. Еле на ногах стою. О, надо же Альку чем-то накормить. А то она из-за своей несчастной любви совсем есть перестала. Вера. Ты знаешь. Давно? Бедный Лёшек. Ты совсем не умеешь врать. И ты уже все решил. Надо как-то сказать детям. Я сам скажу. Я сегодня хотел, но Альки нет. А Гошка в онлайне. Он меня не слышит. Вера. Мне нужен развод. Конечно, конечно. Я поняла. Как хочешь. А ты молодец, Лёшек. Все правильно, честно. Как всегда. Меня. Видимо, тоже любил. Любил. И люблю. Но не так, пойми. А как? Верка.
Любил, разлюбил. Я всегда думала, что это у других, не со мной. Все, хватит. Фу, какая пошлость. Я же все понимаю, кочевников. Страсть, секс, новые ощущения, молодое тело. Вот только все это быстро приедается. И остается обыкновенная, ежедневная жизнь, где нужно чистить рыбу. Я... Я ее точно люблю. Любишь? Конечно. Она... Моя вторая половинка. Сколько же у тебя половинок, Лёшик? Уходи.
Ма, ужинать будем? Конечно. У нас сегодня будут спагетти. По-полинезийски. Руки мой. Ты рыбу чистила? Лук. Где отец? Ушел. Надолго? Я не знаю. Лёш, посмотри, как тебе это. Ну, вообще-то я этнику люблю. Ну, какая этника? Нашему интерьеру нужен цвет. А вот это? Ну, если тебе нравится. Угу. Да, конечно. Да, слушаю. Ой. Сегодня? Нет, сегодня не могу. Мы квартиру только что купили. Столько дел, голова кругом. Как здорово. Вы выбираете, мужчина расплачивается. А вот ту? Понятно. Но я постараюсь. Привет, мам. Привет. Ты из магазина? Да. Чугушку не могла послать? Ерунда, магазин вон. И вообще, что за вид? Тебе одеть нечего? Я же только до магазина. Все равно женщина должна оставаться женщиной. Вот меня Витя кинул ради Анжелики. Ничего, держусь. Ты зря так расслабляешься. Поактивнее надо. Поактивнее это как? А вот так. Отец ушел от нас 3 месяца назад, ты вся расквасилась. В конце концов, надо уметь сражаться за свое счастье. Сражаться. Сесть на коня, меч в руке. И в кого ты у меня такая умная? В тебя, мам. Пошли. Пойдем, пойдем. Спасибо. Кстати, Борисов намекнул мне, что не прочь заказать нам рекламу своего нового продукта. Хорошо. Что-то вроде крема после бритья или до. Замечательно. А еще он намекнул, что не прочь обсудить со мной детали за ужином. А я ему намекнула, что я ужинаю только с одним мужчиной, со своим собственным мужем. И не только ужинаю. А ты не намекнула своему мыльному корольку, что у тебя, извини, очень ревнивый муж? Нет, я сказала ему, увы, я безумно люблю своего ревнивого мужа. Извините, пожалуйста, знаете, я безумно люблю своего мужа. Бывает. Лёш, ты слышишь? Бывает. Бывает. Марин, ну не надо, ну прошу что тебя, ну люди смотрят. Я хочу здесь. Марин, я хочу. Я же тебе говорю, люди смотрят кругом. А ну, мне что плевать. Ты? Привет. Что? Альке отец звонил. Она телефон дома оставила. А тебе не звонил? А мне с чего он должен был звонить? И вообще, у меня сеанс. Аль, пакеты на кухню отнеси, пожалуйста. Да. Здравствуй, Любовь Павловна. А, нет, почему? Она дома. Алло, да. Да, Любовь Павловна, здрасте. Да нет, все нормально. Да я просто в магазин ходила. Планы? Да нет, никаких планов нету. М? Куда? В театр? А в какой? А такой есть? Да, с удовольствием. А чего будем смотреть? Леди Макбет? А, Леди Макбет Мценского уезда. Хорошо. Где встречаемся? А,
Да, я поняла. Ладно. Угу. Договорились. До встречи. Театр. Дизайн сама делала. Мог бы не говорить, бросается в глаза. А где молодая? Молодая с подругой поехала по магазинам. Понятно. Так. Ну что будем, Кляк? Водочку. Водочку, дружочек. С весной, знаешь ли, потянуло на чистоту жанра. Ну и закусочку какую-нибудь изобрази. Только так, без фанатизма, ладно? Угу. Голодным тебя оставлю. Это что еще за произведение искусства? Водка, что ли? Водочка, водочка. Ничего себе. Не бойся, не отравишься. Кляк, а чем мы так с тобой усугубили-то? Лех, я пошел поздравить тебя с новосельем, так сказать, с новой жизнью в новом супружестве. По-моему, моя новая жизнь тебе как-то не очень нравится. Нет, ну а что, не понимаю, новая жизнь не нравится. Да-да, ну при чем тут? У меня может быть свое мнение, в конце концов, да или как? Ты имеешь право. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, если я правильно помню, Марина тебе тоже нравилась. Да что ж такое, слушайте. Слушай, при чем тут я? Можешь мне объяснить, а? Это твоя жизнь. Живи, у тебя это классно получается. Ну, что ты мне, я тебе не советчик. Я вообще один. Один что вообще, это? Понимаешь? Одиночка. А что ты одиночка? Да потому почему? Что. Почему? Потому что. Потому что моя половинка, она... оказалась чужой половинкой. Не понял. Чё ты не понял, а? Чё ты не понял? Наташка Переверзева не помнишь? Кого? Ну как же, на журфаке. Училась с нами. Ну, такая высокая, красавица такая, с черными косичками. Все тебе глазки строил. Хотя, не-не-не, тебе все бабы строили глазки. Такой самый положительный плейбой в мире. Это КСПшница, что ли, Долгоголосый? Помню. Так она за карлика замуж вышла. Вот я и говорю, оказалась чужой половинкой. А я думал, что ты всегда был в мою Верку влюблен. Не волнуйся.
Если был бы влюблен, отбил бы. А чё ж у карлика не отбил? Спасибо. Ты лапу его помнишь, нет? Нет, как одна моя нога. Первый тяжелый кандидат в мастера спорта. У него справа удар, смерть, все. Как-то, знаешь, не до любви было в тот момент мне. Много других планов обнаружилось сразу. Так-так. Так-так. Привет. Привет. Здравствуйте. Леш, ну хорошо, посидели. Угу, да. Ладно, пойду я уже. Лёлька, ну куда ты? Да нет уже. Куда пора, ты собрался? Пора, Лёль? Пора. Лёль, куда ты собрался? Да не суть, нормально. Лёль, подожди. Ну, оставься да еще не чуть-чуть. Не суетись, все нормально, ну. А вот действительно паршивая оказалась. Да. Ну, вот что. Ты знаешь, ты объясни, что водку нельзя выбирать по дизайну бутылки. Травануться можешь, просто объясни. Давай. Знаешь... Слушай, в ушанке такое панно купили на кухню, закачаешься. Я соскучилась. Добрый день. Добрый день. А новенькое есть что-нибудь? Фестиваль бибопа в Бостоне. О, где? Нет, вы знаете, это совсем не то. Мне нужны именно фортепианные пьесы Туркуна Майе. К сожалению, это единственный диск Туркуна Майе. Вы не найдете этого диска в России, девушка, потому что его просто нет. Я сам его год ищу. Очень жаль. Но вы можете оставить заявку. И если диск придет, мы вам позвоним. Хорошо. Главное, контактный телефон. Кстати, хорошая идея. Давайте-ка я тоже заявочку оформлю. Пожалуйста. Пожалуйста, ручку. Спасибо. Диск. Гордон Изинг. У нас здесь вкус сходится, даже как-то странно. Ну почему странно? Так бывает. Спасибо. До свидания. До свидания. Пожалуйста.
Ты руки мыла? Мам, сколько мне лет? Очень взрослая. Классная она все-таки. Между прочим, Маринка сказала, что я на нее чем-то похожа. Какая Маринка? Ну, Марина. Папина жена. Должна тебя огорчить, ты на нее совсем не похожа. А когда ты ее видела? Я отца сегодня видела просто. Мы вместе обедали у Волкова. Но она тоже там была. Она прикольная. Стильно одевается. Мам, ты чего? А ничего, пойду почитаю. Сегодня день рождения, я совсем забыла. У кого? Ну, у Маши. Шама, это Маша, наоборот. Мы ее так называем. Наоборот, понял. Поехали с нами клубиться. Не поеду. Я клубиться с твоими девчонками. Я здесь посижу, ладно? А ты поезжай. Не обидишься? Правда? Честное слово? Обещаешь? Не спится, няня? Ага. Бессонница замучила. И не говори. Раньше кучу всего наготовленного было, а теперь одни полуфабрикаты. Я эту отраву не ем. Тебе никто и не предлагает. Слушай, ну что ты злишься? Я тут при чем? Ты ни при чем. Знаешь, я думала, ты уже вырос. А ты... Что ты? Говори. Ничего. Сидишь и в свой экран пялишься. Зато ты такая продвинутая. Ранняя пташка. Что случилось? Чего опять не поделили? Поспорили. Кто тебя больше любит? Thank you.
Никуда не исчезла. Хорошо. А я уж испугался. Зря. Вас как зовут? Варя. Варя. Пойдемте погуляем, Варя. Пойдемте. Меня Алексей зовут. Давайте свернем на Патриаршие. Давайте. Тысячу лет не было на Патриарших. А вы не торопитесь? Я не тороплюсь. И знаете что, давайте разговаривать так, как будто у нас нет прошлого. Настоящего никого и ничего. Вы ничего не знаете обо мне, я о вас. Давайте попробуем. Всегда думал, ходили ли здесь трамваи или нет. Где Аннушка масло пролила? Мы тоже. А потом я где-то прочитала, что, оказывается, трамвай здесь не ходил никогда. Я помню, жутко расстроилась, сама не знаю почему. Варя. Имя у вас какое-то чеховское прямо. Угадали. У меня мама была поклонницей русской литературы. Сначала хотела назвать Соня, но Чехов Достоевского победил. А еще у меня юношеский вкус. Я люблю Грина. Варя, это даже не смешно. Я тоже. Мой любимый писатель. А давайте никому об этом не скажем. Договорились. Мое место. Варя, этого не может быть. Это мое место. Нет, это мое место. Да нет, это мое место. Хорошо, вообще. Кстати, ну я его давно занял. Да? А вы знаете, что в тех окнах хорошо виден закат? Такой тихий прощальный свет. А верхушки деревьев похожи на черных кошек. Которые гуляют сами по себе. Мистика какая-то. Знаете, Варя, с вами так легко, как будто я знаю вас тысячу лет. Слушайте, вот сейчас хорошо бы пойти в какое-нибудь парижское кафе, послушать французский шансон, выпить чуть-чуть кальвадоса. Хотя парижских кафе в Москве больше нет. Вы знаете, я думаю, в Париже их тоже немного осталось. Я, кстати, никогда не пила кальвадос. Как-то не получалось. Это легко исправить. Чего? Музыку слушаю. Была бы моя воля, я бы всю эту музыку бы... Прекрати. Он оставил вам чудесную фонотеку. Да мне эта фонотека нафиг не нужна. Думаешь, он вернется, да? Да не вернется он, но... Не надо, Гош. Не надо. Все будет хорошо. Там такое замечательное соло гитарное. Просто фантастический музыкант. Варя. Спасибо, было очень здорово.
Лёка! Лёка! Ты дома? Лёка дома. Ты тут? А мы с девчонками немножко перебрали. Ты будешь меня ругать? Ты такой милый. Я так наплясалась, у меня ноги отваливаются. Давай ложись. А поцеловать? Деловой. Поздно уже. Спи. Нет, это данные клиента, они строго конфиденциальны. Я понимаю, мне данные не нужны, мне нужен только телефон. Ну, мы с вами давно знакомы, я вас давно покупки делал. Нет. Фух, вам что, прописку показать? Справку с места работы, выписку из милиции, с банковского счета. Я очень благонадежен, честное слово. Нет. Хорошо. Буду торчать у вас целый день, буду мешать вам работать. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот так надо, честное слово, ну вот так пойми. Ну ладно, я посмотрю. Ну, он. Спасибо, Николай. Не за что.